Приветствую вас, аноним. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вопрос ваш связан с тем, как больше доверять партнеру и как не приносить опыт негативный просто отношений в новые. Страх быть брошенный, значит, у вас есть опыт переноса из новых отношений, из старых отношений в новые. Вот, ну, последний я не очень понял, но вот такой примерно вопрос. Значит, вопрос доверия, вопрос переноса опыта и вопрос страха быть брошенным. Ну, смотрите. Вот глобально я бы мог по вопросу доверия сказать так. За что-то вы себя, аноним, очень сильно не любите. Вот, не знаю, если вам холодно, например, да, вы же не будете спрашивать человека, идущего рядом, слушай, а сейчас тебе холодно? Если этот человек особенно северянин. Скажет, нет, мне не холодно, мне жарко, вообще нормальная погода. И вы такая, про себя, ну вот, ему не холодно, а мне холодно, что же я буду делать, да, то есть, вот ему не холодно, как же я, там, попрошу, там, потеплее одежду или что-то еще, вот. Или наоборот, вы спросили, тебе не холодно, о, да, конечно, мне холодно, вот, все, ждал, пока ты скажешь, ну, пока ты заметишь, что холодно. Вот. В общем, и то, ну, выглядит несколько странно, да? И то выглядит несколько, не, ну, несколько, так сказать, дискредитирующий вас. Вас эта история дискредитирует очень сильно, на мой взгляд. Вот. Что в итоге? Вы в итоге не опираетесь на себя саму. В этом вопросе. Доверие себе – это опора на себя, на свои ощущения. Если мне холодно, я об этом говорю, я об этом заявляю, и другие люди вынуждены с этим считаться. У них может быть какое-то к этому отношение свое, но они вынуждены с этим считаться. Они не могут не считаться с тем, что я выразил, что я высказал, что я захотел, что я сделал. Не надо больше доверять партнеру. Ваша проблема именно в том, что вы слишком доверяете партнеру, а не себе. А доверяю себе, полностью принимаю вы себя, и необходимости в доверии другому человеку нет. Если я доверяю себе, я чем угодно делюсь с другим человеком, и мне, в общем-то, все равно, как он этим воспользоваться, да? И доверительные отношения не превращаются в такую стеклянную башню, которую вот случайно толкнул не туда, она упала и разбилась. Это, вот. То есть, человек совершает ошибки, люди совершают ошибки, люди так или иначе, сознательно или нет, могут доверие, там, как говорят, обмануть, хотя это плохое достаточно слово, на мой взгляд, но тем не менее, люди ошибаются, доверие рушится, если люди доверяют, вот как вы говорите, друг другу, но если люди доверяют сами себе, доверие разрушить невозможно, потому что мое доверие основано только
только на мне, тебе, я просто транслирую то, что я принимаю в себе, все. Понимаете? Вот. Это к вопросу доверия. То есть принятие себя. Ориентир на себя. Формирование своих представлений о себе. Не о других, о себе. Дальше. Следующий момент. Следующий момент. Значит, как не переносить опыт негативный прошлых отношений в новое? Очень просто, опыт нужно прожить. Если вы опыт переносите, это не опыт, это негативные переживания, не опыт. Опыт интегрируется в вашу личность и становится ее частью. Опыт не переносится из одних отношений в другую, из одних отношений в другие переносится чувства, негативные эмоции, переживания, страхи. Это не опыт. Вы не прожили опыт, вы его не получили, вы его не интегрировали, поэтому вы его переносите. Поэтому проживать. Проживать. Дальше. Ага, страх быть брошенной. Ну, вообще-то говоря, страх быть брошенной, вообще страх быть брошенным у человека связан с первым моментом, на который я обратил ваше внимание, да, вопрос непринятия себя. Ну, он может быть в некоторой степени просто выступает более первым, чем вопрос принятия себя. Дело в том, что, как правило, страх быть брошенным возникает в результате взаимоотношений с родителями. А, не везде, конечно, но часто. Часто история именно такая. Вот. Значит, как все происходит? Родители оставляют ребенка где-то одного. И ребенок по какой-то причине думает, что его, вот все дело в нем, его оставили, потому что с ним что-то не так. Он начинает искать причину в себе, думает, что он плохой, родители никак ему это не объясняют или объясняют, но не то. В итоге у ребенка формируется ощущение, что если с ним не хотят общаться, если с ним не хотят строить отношения, значит с ним что-то не так. Ну, хотя это чушь полная, и человек здесь вообще ни при чем. Да, потому что, ну, можно оскорбить человека, он потом все равно общается, и все нормально. Тут как бы ничего не делаешь, но вот, как бы люди уходят. То есть идея в том, что, грубо говоря, вы стыдитесь чего-то в себе, вы считаете себя достойны того, что вас бросили, и поэтому вы боитесь. Вот вы боитесь именно поэтому, потому что вам кажется, что если вас бросили, значит с вами что-то не так. Ну, понятно, что это, как я сказал, уже полная чушь. Ну, тут начинает просто этот свет опять же разбивать и формировать отношения к самому себе. Вот. Ну, мой коллега, он в этом смысле прав. Ну, то есть, он прав в том, что говорит, что вам нужно быть уверенным в себе, и прав, что здесь речь идет про личностный рост. В том числе про него. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего.
Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.